Опять град, мазафака. Только я снял себе всю эту мокрую куртку. Хорошо хоть наверху теплее, чем самого водопада. Все блестит, а камера этого не улавливает. Очень меня смущает, что перила наверху, а я иду как-то понизу. Может, это дублер, заброшенная дорога. Ну да ладно, град вроде закончился. То, что капает, капает только с деревьев. А нет, не дублер, это змейка. Тут разворот, по ходу дела, вон туда. Что-то мне подсказывает. Охренеть, тут еще снег лежит. Вот это прикол. Вот это прикол. Подозреваю, харчевня не работает. Это свет горит там. Тут собака в будке живет. Это немного страшновато. Тут есть плюс, тут есть камин. А в следующей хижине камина нету. Хижа Момина скала. Блин, свет горит. Может, меня накормят. Ожидаемо вторая кафешка тоже закрыта. Написано «Затворено». Так что мы это чешем на автобус. И надеемся, что он сегодня ходит. Потому что если нет, то мне нужно будет пешком спускаться с этой горы.
Если честно, я побаиваюсь тут каких-нибудь диких собак, волков, лис, медведей. Даже нечем отпугнуть в случае чего. Так разве что шишками кидаться. Да, снег меня там удивил, конечно. Сегодня нагулялся. Нужно купить кулич и отметить возвращение, если, конечно, вернусь успешно. Такси стоит почти 50 лев, но его ждать 40 минут. Вот оно может подъехать прямо сюда. 40 минут ждать. Реально, вот. Просто страх зверей диких не позволит мне ждать столько тут. Если только залезть на дерево вот высоко, на ветке ждать. Машина проехала. Это чудо. Все мокрое. Куртка мокрая. Безрукавка мокрая. Флиска мокрая. Ну, футболка, конечно, мокрая. Но, в принципе, в сухую погоду мокрая. Панама мокрая. Шапка почти мокрая. Ну, штаны мокрые, конечно. А что у меня не мокрое, спросите. Носки и обувь мокрые. Я весь намок. В лесу, высоко в горах, дорога, как на Красной площади. Офигеть. Вот мажоры.